Наша клиника, то есть клиника доктора Колокольцева, в 2016 году получила премию «Хрустальный лотос» «Лучшая клиника по лазерной эпиляции». 2016 года. Премия «Хрустальный лотос». Почему? Дело в том, что каждая номинация имеет свою историю. Моя эпиляция началась с 99 года. Дело в том, что мы изучали, я тогда работал в клинике лазерной медицины доктора Колесниченко, мы изучали все типы лазеров, которые используются в этой области. Вот. Пришли сначала к диодной эпиляции. Диодную эпиляцию изучили как следует со всех сторон. Вот. Затем я был тренером в одной компании, которая практикует лазерную эпиляцию. Потом был тренером в другой лазерной эпиляции. Потом вот у нас на сайте будет наш ролик, и в этом ролике будет четко совершенно указано, каким образом добиться самых первых мест. Вот. Я скажу в этом ролике, что самое главное, что человек должен уметь запоминать и уметь осмыслять свой собственный опыт. Вот если человек это может сделать, то есть сможет и запомнить, и осмыслить, то это самое главное, плюс, конечно, знания, плюс литературу, которую он читает, все. Вот это самое главное, что дает ему возможность идти наверх. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что мы сейчас являемся единственной клиникой, что мы можем официально давать гарантию, что вот в этих областях, именно в этих областях, мы даем официальную гарантию, что ваши волосы убиваются навсегда. Именно вот в этой области, у меня волосы не растут 14-15 лет. Почему? Потому что, ну, как я их сделал в 2000 году приблизительно, вот с этого времени они больше не растут. Вот. И не будут расти. Поэтому мы можем давать пациентам, пожизненную гарантию отсутствия роста волос. Опять же, это касается не всех областей тела. Прежде всего, это касается областей тела, где есть толстые окрашенные волосы.